прибыли мы с Саньком на голосование. Будем голосовать не за, а против. Против Порошенко. Так, ну очередь в прошлый раз. В этом месте была такая же, сейчас посмотрим. Заул, как далеко. В прошлый раз мы стояли раз за угол, еще раз за угол. Ну что, пока нормально, да? Обычная очередь. Обычная очередь за колбасы. О, блин, Саня, она заканчивается на углу. Та ты что, это вообще мало людей. Мы считаем, что это вообще явка нулевая. В 3 раза меньше, чем в прошлый раз. Это замечательно. Это мы рады. Да так час мы отстоим, бля. То есть чепуха. Ты рад? Да. Чепуха. Вообще чепуха. За час точно право. Час? Меньше даже. Или час? Час. В прошлый раз 3 часа стояли. Ну. Так она была 3 раза. Все уехали домой. Прорвались мы с Саней почти что без очереди. Ура! В первых рядах. У вас подходящий, а у вас? 8, то заходит ты глаз-то прямо. Да, прямо. Знаем, знаем. Четвертый. Так, мы с Саньком идем на 8. Так. Не надо, да? Я вас не снимаю тогда, раз вы не хотите. Меня. Да. Ты не хочешь? Не, мы вас не снимаем. Ну, да, снимаю. Санька снимаю. Не, спасибо, я на 8 иду. А, к вам, к вам. Ну, подождите, а почему вы журналист? А я не иду к камеру. Нет, я вам объясню. Я сотрудник посольства. Это хорошо, выключаю. Снимать не надо. Выключаю. Ну что? Исполнил долг? Да. Я тоже исполнил долг. Дядя на меня наругался. В этот раз, в прошлый раз не ругались. А? Наругали меня. Сказали, режимный объект, не снимайте нам тут. Да? Да, я говорю, я в прошлый раз тут у вас все уже снял. Так что такие дела. Какой режим? Не знаю, не знаю. Может, у них тут под содержанием находится кто-то. Ага, пойдем сейчас. Вот, значит, тут парень с одиночным протестом. Так. Лина Костенко. Ясно, спасибо. Ну, так я с ним не могу не согласиться. Может, так а что ж нам не попробовать, правильно? Пойдем выпьем теперь пиво. В честь этого дела.